Рассмотрим возможности по созданию упаковочной продукции. Например, нам необходимо создать новую этикетку для упаковки, ну или саму упаковку разработать. Создадим в 3D Max по нужным размерам коробочку, поменяем размерчики, ну, допустим, пусть будет высота и длина данного объекта 250 миллиметров, ну, допустим, высота пусть будет немножко поменьше. Прямоугольная форма упаковки будет. Далее нам необходимо создать разверстку для вот этой вот коробочки, разбить ее стороны на отдельные части и наложить соответствующую текстуру. Ну, понятное дело, разработать дизайнеру требуется текстуру и наложить. Для этого мы воспользуемся таким модификатором, как unwrap UVW. После того, как мы применяем данный модификатор, переходим в режим работы с полигонами. Открываем редактор данного модификатора. Значит, для текстуры здесь расположено вот это вот поле. Значит, на данный момент, поскольку мы находимся в режиме полигонов, это возможно сделать в командной панели или здесь зажать кнопочку режима полигона, нам хотелось бы развернуть все стороны. Сейчас в этом поле мы видим только умещенную одну сторону. Выделяем все стороны, нажав комбинацию клавиш Ctrl-A, и воспользуемся автоматическими методами создания разверсток. Например, тут есть три метода. Flatten Mapping. Сразу же его используем и посмотрим. А у нас вот такая вот хорошая получилась разверстка. Каждая сторона нашей коробочки отдельно здесь находится. А сверху инструменты, которые я использую для, допустим, перемещения. Такой же инструмент Move Tool, как и здесь. Значит, посмотрите. Но, несмотря на то, что здесь все эти элементы хорошо были расположены, с ними не очень удобно было бы работать, потому что они расположены не в той последовательности, в которой здесь есть. То есть это не раскройка, просто ряд сторон. Нажимаем Ctrl-A и проверяем второй вид создания автоматических разверсток. Здесь у нас есть выпадающий список. Ну, воспользовавшись им, мы увидим, что мы можем выбрать передние стороны, задние стороны, боковые, не боковые. И такую же разверстку, которая нас не устроит в будущем. Ну и третий метод, которым я рекомендую воспользоваться в режиме Closest Face. Он позволяет создавать вот такую вот раскроечку. В принципе, нас такая раскройка уже могла бы и устроить. Для того, чтобы создать нашу текстуру, она уже нам понятна. Нам ясно, какая сторона какой стыкуется и как эта коробочка будет заворачиваться. Вот. Допустим, нас и не устраивает и данный вариант разверсток. Почему? Ну, нужно будет поворачивать на 90 градусов. Это все дело куда-то как-то, да, вот, и проверять, как оно здесь легло. Допустим, меня ручные варианты, вернее, автоматические варианты не устроили, и я хотел бы сделать сам ту разверстку, которая мне нравится. Ну, например, мы можем с помощью контекстного меню и команды break разорвать связь между этими сторонами.
и в ручном режиме попытаться что-то сделать. После этого. Ну, это один вариант. Второй вариант. Я воспользуюсь flatting mapping. Ой, прошу прощения, выделить все, конечно же, нужно. Ну, или не flatting mapping, а каким-либо другим типом, который нас удовлетворяет для того, чтобы каким-то образом рассмотреть, как же у нас это все дело будет получаться в ручном режиме. Ну, кстати, можно посмотреть заодно, что будет, если мы используем второй вариант. Ну, вот видите, они накладываются, эти элементы, друг на дружку. Все варианты можно несколько раз прощелкать, проверить, как это все будет выглядеть. Выберем в качестве основной стороны вот эту вот сторону, например. Ну, провернем ее, чтобы она располагалась так же. Перейдем в режим работы с гранями. Посмотрим. Вот у нас есть верхняя грань. Мы в ручном режиме хотим, чтобы создать такую вот раскройку для нашей коробочки, чтобы к основной грани, ну вот этой грани, которую мы выбрали в качестве основной, были пристыкованы все остальные. Для того, чтобы нам текстурировать было удобней. Выделяем в режиме ребер верхнюю и нажимаем во вкладке Stitch пристыковку последний четвертый квадратик. И у нас пристыковывается вот эта вот часть. Выделяем эту часть, пристыковываем верхнюю часть. Выделяем боковую сторону, пристыковываем боковые стороны и снизу пристыкуем последнюю сторону. То есть таким вот образом мы создали ту раскройку, которая нам хотелось. Ну, хотелось мне, по крайней мере. Инструмент масштабирования используем для того, чтобы задать, вернее, необходимый масштаб для того, чтобы вот в этот вот квадратик, который служит ограничителем для нашей текстуры, ввести все элементы. Они должны находиться внутри. Далее нам необходимо создать документ, ну, саму раскройку графическую, которую мы будем с вами уже обрабатывать, допустим, в том же Photoshop. Нажимаем пункт меню Tools Render UVW Template, то есть вывести на рендер нашу шаблон раскройки. И смотрим различные варианты, которые мы можем получить. Мод, режим. Ну, нажмем кнопочку Render, чтобы вы увидели, что подразумевается под раскройкой. Под раскройкой подразумевается вот такой вот документ, который содержит, собственно говоря, вот эту вот раскроечку. Но в таком виде не очень приятно будет работать, поэтому можно выбрать какие-нибудь другие виды, например, Solid, залитая раскройка, но, например, Normal, нормали, ну или раскройка Variani Shaded, наиболее предпочтительная, по крайней мере, для меня, будет вариант Shaded. Значит, ее мы сохраняем. Подписываем, что это у нас раскройка. Можно тот же JPEG выбрать, чтобы не морочить голову с чем-либо еще. Нажимаем ОК. Закрываем вот это вот шаблоны наших раскроек. Они нам больше не нужны. Закрываем окошечко Render UVW, и в принципе 3D Max нам в данное время пока больше не нужен. Волшебной комбинацией открываем Photoshop, находим документ, который только что создали, названный раскройка. Вот данный документ. Двойным щелчком фоновый слой преобразовываем в обычный слой. Берем инструмент волшебную палочку, выделяем
черный фон, удаляем черный фон. Создаем слой, ложим его под нулевой и заливаем, например, белым цветом, для того, чтобы нашему глазу было приятнее работать. Вот. Ну, в данном случае мы должны работать как дизайнеры и выбрать фон для нашей упаковки. Ну, или каким-то образом ее раскрасить самостоятельно. Я не буду вас мучать. Мы пойдем к товарищу Google в интернет, найдем в качестве фона, например, вот такое вот небо. Нажмем кнопочку «Копировать картинку». Значит, небо вернем на место. И нажмем здесь «Вставку». Уменьшим до размеров эту текстурку. Дальше наведем указатель мышки на слой вот этот вот. И с зажатой кнопочкой Alt наведем на границу между слоями. Таким вот образом мы применим обтравочную маску, то есть в качестве формы для хранения элемента верхнего будет использоваться нижний слой. А я перейду на слой с небом и уменьшу его прозрачность, чтобы у нас вот эта вот раскройка оставалась видна. Пока нужно будет дальше, конечно, впоследствии мы уберем эту прозрачность, она нам будет не нужна. Ну, также мы с вами воспользуемся, например, логотипами нашего предприятия для установки на упаковку. Вот таким вот образом. И в нужных местах установим логотипы на коробочке. Ну, сдублируем. Ой, прошу прощения. Сдублируем этот слой. И провернем на 180 градусов. Таким вот образом мы расположим на этой коробочке наши логотипы. Ну, возможно, мы эти логотипы и здесь тоже расположим, на 90 градусов провернув. Ой. Провернув на 90 градусов. Ну, где-то вот тут логотипы боковые, наверное, можно будет уменьшить. Да что такое? Ага, у меня автоселект был включен. Я только заметил. Вот. Ну и здесь этот элемент мы провернем на 180 градусов. Вот таким образом мы расположили в различных частях графические элементы. Опять-таки, на одной стороне, допустим, мы установим изображение рекламное нашего продукта. Ну, понятное дело, что его нужно будет каким-то образом обработать. Но возьмем ту же волшебную палочку. Скажем, что вот ряд цветов нам может быть и не особо интересен. И удалим просто, оставив необходимую какую-то информацию. На верхней части мы, допустим, нарисуем известным нам способом, ну, например, какими-нибудь кисточками. Логотип, вернее, не логотип, а сам какой-то вот производственный
объект, который мы собираемся рекламировать. Ну, я не великий художник, поэтому сильно по этому поводу мы заморачиваться не станем. Ну вот, допустим, у нас какой-то странный объект есть, который мы разработали, и который является необходимым здесь на упаковочке. Ну, понятное дело, мы его тоже провернем на 180 градусов. Если это необходимо, мы можем добавить какую-то заливку. Но опять-таки это можно сделать кисточками. Это можно сделать или другими инструментами, которыми вы овладели в процессе изучения наших графических дисциплин. Вот. Если вы уже успели пройти Corel, значит, вы знаете, что в Corel есть возможность создавать штрих-коды для размещения на различных элементах. Это может быть, ой, цвет опять не тот. Это может быть элементы штрих-кодов. Это может быть что угодно. Вот. То есть примерно таким образом мы с вами можем оформить коробку. Зачем мы разверстку вот такого плана делали? Например, если мы хотим создать свой какой-то орнамент или узор, то мы можем поступить следующим образом. Создать вот такой вот серпантин, который будет идти по всей вот этой вот части коробочки. Не забывайте создавать для таких элементов слои. Вот. Ну, примерно вот такого вот плана. Дальше мы с вами вернем прозрачность этим элементам. И, наконец, давайте посмотрим, как же это все будет выглядеть на реальном трехмерном объекте. Сохраним данное художественное произведение в качестве текстур для трехмерного объекта. Ну, в формате JPEG тоже вполне можно это будет сделать. Значит, возвращаемся в 3D Max. Значит, у нас есть возможность, мы с рабочего стола можем взять и бросить методом drag and drop прямо сюда этот объект. Сейчас демонстрирую. На рабочем столе у нас есть текстура. Открываем 3D Max, набрасываем текстуру. Получаем сразу готовую тару, готовую упаковочную продукцию, в принципе. Ну, если вы просмотрели, вернее, прослушали наш курс по визуализации, то вы, конечно, знаете, что можно открыть редактор материалов с помощью пипеточки, взять с объекта данный материал. Вот текстурная карта, то есть фотография из фотошопа. Вот сам материал и добавить ему, например, карту шероховатостей, чтобы данный объект выглядел более реалистично.
и задать эту шероховатость и посмотреть на рендере, как выглядеть будет данный объект, то есть придать ему вот такую вот бумажную какую-то форму благодаря шероховатости на поверхности. Ну, в принципе, по созданию разверсток, иначе говоря, этикеток оберточной продукции для трехмерных объектов в форме параллелепипедов вы уже подготовлены. Попробуйте сами создать несколько вариаций своих вот оберточек, своих упаковочных объектов. Благодарю за внимание, обучайтесь вместе с нами.